А вообще, Яна Вячеславовна, дифференциальная диагностика сложная вот при инсульте? Ну, прежде всего, надо исключить, дифференцировать заболеваниями, которые имитируют инсульт. Это опухоли головного мозга, кровоизлияние в опухоль, черепно-мозговые травмы, субдуральная гематома, рассеянный склероз, энцефалит, абсцессы мозга, послеприпадочные параличи ТОДа, истерии, гипогликемия, интоксикация, перечень огромный. Но наша задача при поступлении пациента в клинику исключить геморрагический инсульт, отдифференцировать ишемию от геморрагического. Thank you.